сразу справа, второй танк! Есть цель! Огонь! Мы выдвигаемся. Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажный здание, 15 градусов справа! Второй танк! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажном здании, 30 градусов слева! Второй танк! Говорит кабан, мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Стойте! Вражеский танк на дороге! Вижу неприятеля! Кабан, вы шесть! Т-72 за зданием, 60 градусов слева! Можете открыть огонь! Прием! Вас понял, Б-6, он у меня на терморадаре, переключаюсь на ручное. Целься!
Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. Дороги. Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у четвертого шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. На связи Бюро 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт! Вылетаем! Координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже был. Данные, полученные нас, свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится российская боеголовка. Время не ждет. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Ядерные морской пехоты и истребители нейтрализовали ПВО. Но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны спасти Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Цветной дым обозначает местоположение.
Повторяю, мы на втором этаже! Огонь по той площадке! Так это вы должны нас забрать! Задание выполнено, капитан! Уходим, пока они... Говорит палач. Забрали. Готов вот. Ну как, мальчик? Заскучились? Выходим! Вперед! Вперед! Переходи на МК-19! Пират, внимание! У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. У меня попали! У меня попали! Хвостовой винт поврежден. Софт! Софт! Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Лас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите? Доложите обстановку. Прием. Я здесь! Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения, где мы заболот вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон! Вытаскивай ее оттуда! И возвращайся к зоне посадки! Быстро! Вытаскивай ее оттуда! Мы тебя прикроем! Живее! Отправляйся к Финайту! Мы их задержим! Живее! Лейтенант Васкис, говорит пират 2-5. Самое время убираться отсюда к чертовой матери. Вас понял! Уже в пути! Пират, говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вперед, живо!
Слышь, капитан, скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность. Держите! Газ, собирай ребят. Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр. Говорят, в это время года там просто чудесно. Там агент Комарова. Идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично. Выходим. Черт возьми, здесь происходит. Это сепаратисты. Они убивают мирных жителей. Это ненадолго. Цели на открытом месте! Опасность! Граната!
удар с воздуха по тому зданию. Докладывает Мусин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Готовы к атаке, ждем приказов. В здании чисто, Аль-Асада нет, идем дальше. Осколочная!
Чисто, проверим следующее. Нет, идем дальше. Помните, Алясад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед! Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Там Акунвара Адалик. Тогда кто? Там Акунвара Адалик. Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев.